Доброе утро. Я ускорю наше знакомство. Меня зовут Леонид. Как ваше имя? Мария. Мария. Чудесное имя. А вы сейчас, наверное, хотели спросить, чем я занимаюсь? Да. И чем вы занимаетесь, Леонид? Я не работаю. В привычном понимании этого слова. Я занимаюсь любимым делом. Встраиваю в голову людей новые ценности и убеждения. Что-то я не совсем понимаю. Делаю так, что мои желания становятся желаниями окружающих меня людей. Так чем же вы все-таки занимаетесь? В настоящий момент я любуюсь красотой ваших глаз, Машенька. Позвольте, я покажу вам это на практике, потому что это может показаться удивительным. Но после того, как вы сделаете глоток вашего кофе и продолжая слушать мой голос, вам вдруг от чего-то захочется посмотреть на мои губы и поцеловать их. И, продолжая оставаться здесь, может возникнуть ощущение чего-то волнительного и приятного. Этой ночью, в половине первого, мы встретимся с вами у вас. Я закажу холодное, восхитительное шампанское и свежую клубнику. Это так раскрепощает. На какой адрес доставить заказ? А? Ну что, не думал, что я тебя найду? 10 секунд. Что? Секунду начинают бег. 9, 8. Следишь за стрелкой. 5. И смотришь вглубь своих снов, пока твоя правая рука тянется к портмоне. Ты начинаешь доставать купюры. О, Сергей Иванович, ваше резюме просто замечательное. Такой опыт. Мы рады вас взять на работу. Ой, а я, кстати, не спросила. Вас-то наше предложение устраивает? Добрый день. Это Петров. Видели вы человека, как бы? Смотрите, что вы видели. Точно. 20 назад прошел. Да, хорошо. Да, Леночка, буду говорить прямо, опыт действительно огромный. А вы, я вижу, интересуетесь автомобилями. Да, вот решила себе купить автомобиль. А то права получила, а ездить не на чем. Все-таки, если вам понадобится помощь, вы знаете, к кому обратиться. Да спасибо. Леоноре Станиславовне так трудно угодить, а вам как-то удалось. Леночка, знаете, я так люблю выпить чашечку кофе в 4 пополудни. Кофе? Да, да, сейчас принесу. Ой, девушка, представляете? Я забыла пароль от своего, как его, интернет-банкинга. Даже не знаю. Кодовое слово? Ой, а что это? А я его тоже забыла. Да. Стасова Елена Андреевна. Да. Номер паспорта? А где это?
А, красненькие цифры. 45, 05, 239, 028. С мамой. А, адрес прописки. Москва, улица Золотая, дом 23, квартира 17. Девушка, здравствуйте. Я не могу разобраться с переадресацией СМС. А, вы несете мне команду? Чудо. Вот ваш кофе. А вы ведь слышали эту расхожую фразу, что не в деньгах счастье? Да, слышала. Вы с этим согласны? Ну да, это не главное. Вот и славно. Будьте счастливы. Прощайте. А кофе? Меня сегодня взяли в 3 различные компании. Я мог бы сделать карьеру. Но не хочу. Добрый вечер. Этот вечер поможет тебе уснуть. Ай! Нет, такие фокусы со мной не пройдут. Я дам тебе деньги. Дай! Много денег! Я и так заберу все твои деньги, а тебя посажу. Да! Долго. Не люблю ментов. Должен заплатить? Нет. Ничего. Хотя, пожалуй, возьму твою жизнь. Вы там же, где и были, на гипнотическом сеансе. А вы кто? Я, соответственно, гипнолог. Вы вернулись к нам из глубокого гипнотического транса. Я не поддаюсь гипнозу. Игры бессознательного – сильная штука. Ну ты как вообще? Все хорошо. Ну что, будем жить? Give me one silver coin, I need to pay.